Вы в порядке? Я говорил, что он справится. Ублюдки! Тихо, тихо. Я вам жизнь спас. Жизнь спас? Вы похитили меня. Запихнули в эту штуку. Анимус. Это Анимус. Я даже не знаю вас. Что вы сделали со мной? У вас есть нужные нам сведения, мистер Майлз. Сведения? Я бармен, черт возьми! Что, вы хотели научиться смешивать мартини? Мы знаем, кто вы и что вы. Не понимаю, о чем вы. У нас с вами нет времени на игры. Вы ассасин. И понимаете вы это или нет, у вас есть кое-что нужное тем, на кого я работаю. Оно скрыто у вас в голове. Но я не ассасин. Уже нет. В вашем деле указывается обратное. Говорится что-то о побеге. Очень удачно для нас. Что вам нужно? От вас делать то, что вам говорят. Все остальное сделает Анимус. После этого вы будете свободны. Я не вернусь туда. Тогда мы погрузим вас в кому и продолжим работу. А после этого оставим умирать. Честно говоря, вы сейчас в сознании только потому, что это экономит время. Вы безумны. Так что же, мистер Майлз? Жизнь или смерть? Ложитесь. Мудрое решение. Ага. Где я? Вы внутри Анимуса. Что это? Прибор, создающий трехмерное пространство из генетической памяти. Генетической памяти? Что ж, придется заняться его образованием. Что ж, начнем с простого. Что такое память, мистер Майлз? Это воспоминания о событиях прошлого. Личные для человека, наблюдавшего события. Да, конечно. Но тело человека содержит не только личную память, но и воспоминания его далеких предков, то есть генетическую память. Миграция, спячка, размножение. Как животные узнают, что, как и когда им делать? Это всего лишь инстинкты. Вы спорите о терминах, мистер Майлз. Факт остается фактом. Животные используют знания, накопленные предками. Последние 30 лет я пытался понять, каким образом. Я открыл удивительную вещь. Наша ДНК — это архив.
В ней содержится не только генетическая информация прошлых поколений, но и их память. Память наших предков. А Анимус расшифровывает и считывает эти файлы ДНК. Верно. Но есть сложности. Это участок памяти, нужный нам. Но когда мы пытаемся открыть его, ваш разум протестует. Вы не способны шагнуть в тело своего предка. Именно это случилось ранее. Вас выкинуло из нужного участка памяти в более стабильное состояние. Почему? Это ваше подсознание. Оно сопротивляется. Так же реагируют пациенты под гипнозом, переживающие стрессовые ситуации. Они не могут перейти сразу к нужному участку. Их надо подготовить. И даже это не гарантирует успех. Как же нам быть? Мы нашли участок памяти, в который сможем попасть. Оттуда мы двинемся вперед. Вы будете привыкать к окружению. Это самый близкий к нужному участок. С него мы и начнем. Загружаю программу обучения. Постой. Должен быть другой способ. Этого убивать не обязательно. Отличное убийство. Удача сопутствует твоему клинку. Неудача, мастерство. Наблюдай, может быть, чему-нибудь научишься? Ага. Например, как забывать обо всем, чему учил нас повелитель. И как бы поступил ты? Я бы не привлекал к нам внимания. Не забирал жизни невиновных. Я бы поступил, следуя кредо. Ничто не истинно, все позволено. Ты поймешь, что означают эти слова. Неважно, как мы выполним задание, мой важен результат. Я разведаю путь. Постарайся не опозорить нас. А в чем заключается наше задание? Брат ничего не сказал мне, кроме того, что участие в нем — честь для меня. Повелитель считает, тамплиеры что-то нашли под Храмовой горой. Сокровище? Не знаю. Но повелитель считает находку важной, иначе он не поручил бы мне добыть ее. Здесь. Должно быть, это ковчег. Это ковчег Завета? Не будь глупцом. Его не существует. Это всего лишь легенда. Тогда что это? Тихо. Кто-то идет. Нам нужно миновать ворота до рассвета. Чем скорее мы его получим, тем скорее сможем заняться этими шакалами в Масиафе. Робер де Сабле. Его жизнь моя. Нет, нам поручили забрать сокровища, а Робера убить лишь в случае крайней необходимости. Он стоит у нас на пути. Это необходимо. Благоразумие, Альтаир. Нет, трусость. Этот человек наш враг, и у нас есть возможность покончить с ним. Ты уже нарушил два правила кредо. И собираешься нарушить третье. Не подвергай риску братства. Я выше тебя, как по званию, так и по мастерству. Не тебе обсуждать мои решения. Стойте, тамплиеры. Не у вас одних здесь дело. А, теперь я понимаю, куда пропал мой человек. И что же вам нужно? Кровь. Нет, не надо! Ты ввязался в то, чего тебе не понять, ассасин. Я пощажу тебя, но лишь за тем, чтобы ты вернулся к своему хозяину и передал. Святая земля потеряна для него навсегда. Бегите, пока не поздно. Если останетесь здесь, вы все умрете. Переход к более позднему участку памяти. Альтаир, ты вернулся. Рауф, рад видеть тебя невредимым. Задание прошло успешно? Повелитель в башне? Да-да, как всегда, зарылся в книге. Похоже, ждет тебя. Спасибо, брат. Покоя и мира, Альтаир. И тебе также. Надо же, он вернулся. Аббас. Где остальные? Ты всех обогнал, чтобы быть первым? Знаю, ты не любишь делиться славой. Молчание — знак согласия. Тебе что, делать нечего? У меня сообщение от повелителя. Он ждет тебя в библиотеке. И лучше поторопись. Тебе сейчас нужно вылизывать ему башмаки. Еще одно слово, и я перережу тебе горло. На это у тебя будет время позже, брат. Альтаир. Повелитель. Подойди,
Расскажи о своем задании. Полагаю, ты добыл сокровища тамплиеров? Возникли сложности, повелитель. Робер де Сабле был не один. Дело прошло, как мы ожидали. Наше умение приспосабливаться делает нас сильными. На этот раз его было недостаточно. То есть? Я подвел вас. Сокровище? Потеряно. А Робер? Сбежал. Я послал тебя, моего лучшего человека, на задание, важнее которого еще у нас не было. А ты возвращаешься с одними извинениями? Я... Молчать! Ни единого слова! Такого я от тебя не ждал. Надо собрать новый отряд. Я клянусь, что найду его. Я пойду и... Нет, не пойдешь. Ты сделал достаточно. Где Малик и Кадар? Мертвы. Нет. Не мертвы. Малик? Я выжил. А твой брат? Пал. Из-за тебя. Робер вытянул меня из комнаты. Я не мог вернуться. Ничего не мог сделать. Потому что ты не слушал меня. Всего этого можно было избежать. А мой брат... Мой брат был бы жив. Твое неумение чуть не стоило нам победы. Чуть? Я достал то, чего не смог добыть ваш любимчик. Вот. Возьми. Но похоже, что я вернулся не только с сокровищем. Повелитель, нас атакуют! Люди Робера де Сабле обложили Масиаф! Он ищет битвы? Хорошо. Мы дадим ему бой. Сообщи остальным. Пусть крепость подготовится. Что же до тебя, Альтаир? Наш разговор придется отложить. Ступай в деревню. Уничтожь захватчиков, напавших на наш дом. Будет сделано. Альтаир, хорошо, что ты пришел. Нужна твоя помощь. Что случилось? Тамплиеры. Они напали на деревню. Большинству селян удалось сбежать, но не всем. Что от меня требуется? Отвлеки рыцарей, займи их, пока я буду спасать тех, кто угодил в ловушку. Хорошо. Прекратите битву и возвращайтесь в Масиаф! Приказ Аль-Муалима! Альтаир, сюда! Аль-Муалим еще не закончил. Куда мы идем? Наверх. Мы приготовили сюрприз для наших гостей. Делай все то же, что и я. Скоро ты все поймешь. Еретик! Верни то, что украл у меня! Ты не получишь этого, Робер. Убирайся отсюда, пока твои оставшиеся люди еще целы. Ты ведешь опасную игру! Уверяю тебя, это не игра. Да будет так! Привести заложника! Ваша деревня разрушена, а запасы не безграничны. Сколько тебе еще нужно времени, чтобы твои люди взбунтовались от того, что колодцы пересохли, а еда закончилась? Мои люди не боятся смерти, Роберт. Они рады ей и награде, что она несет. Хорошо. Смерть они и получат. Иди за мной и отбрось сомнения. Пусть этот рыцарь увидит, что в нас нет страха. К Богу! Участок памяти. Ты помог нам дать отпор Роберу. Его силы разбиты, и он еще долго не посмеет беспокоить нас. Скажи мне, ты понимаешь, почему сейчас ты добился успеха? Ты слушал. Но если бы ты слушал тогда в храме Соломона, всего этого можно было бы избежать. Я поступал как приказано. Нет, ты поступал так, как тебе хотелось. Малик все рассказал мне. Ты свернул с нашего пути.
Что вы делаете? У нас есть закон. Нас не было бы, если бы мы не подчинялись кредо ассасинов. Три простых правила, которые ты забыл. Но я напомню. Первое и главное. Не позволяй клинку поразить невиновного. Я знаю. И не позволяй себе говорить, пока я не спрошу тебя. Если ты знаешь это правило, почему ты убил того старика в храме? Он был невиновен и не должен был умереть. Твоя наглость не знает границ. Найди в своем сердце смирение, дитя, иначе я вырву его голыми руками. Второе правило дает нам нашу силу. Скрывайся на виду у всех. Стань незаметным, одним из толпы. Помнишь? Но мне рассказали, что ты выдал себя, привлек к себе внимание до того, как нанес удар. И третье, и последнее правило. Нарушив его, ты совершил самый страшный поступок. Никогда не подставлять под удар братство. Нельзя причинять вред братству своими действиями. Но то, что ты сказал, поставило нас всех под угрозу. И что еще хуже, ты привел врагов в наш дом. Все, кого мы потеряли сегодня, на твоей совести. Мне жаль, поверь. Но я не потерплю предательства. Я не предатель. Твои действия говорят о другом. Ты не оставляешь мне выбора. Мир над тобою, Альтаир. Он приспосабливается намного лучше, чем все остальные. Я все еще вытаскиваю его. Он пробыл там слишком долго. Подожди! Мы слишком далеко от того, что нам нужно. Рисковать нельзя. Как насчет еще часа или двух? Почему бы нам не обсудить это в конференц-зале? Дадим Дезмонту размять ноги. Я не понимаю, зачем. Уоррен, пожалуйста. Хорошо. А мне не нравится, что ты хочешь убить его, прежде чем мы закончим работу. Этому есть название, и название — это глупость. Люси, это не мое решение. Не я устанавливаю срок, но я достаточно удам, чтобы не спорить. Ты же не хочешь закончить, как Лейла? Я знаю, что тот случай всех переполошил. И поэтому у нас нет времени возиться с ним. Если ты будешь нажимать слишком сильно, он закроется, и у нас ничего не останется. У нас ничего и нет. Но будет. Надо верить в свои силы. Отлично. Но я хочу, чтобы ты нашла способ держать его там дольше. Мы не можем прерываться каждый раз, когда он чихнет. Нам и так приходится смотреть всю эту бесполезную чушь. Я сделаю, что смогу. На сегодня все, мистер Майлз. Сейчас вы вернетесь в комнату и отдохнете. Так вы действительно ассасин? Как Альтаир? И да, и нет. Что это значит? Я должен был им стать. Но сбежал с фермы, когда мне было 16. С фермы? Да, так называлось место, где я рос. Ферма. Вроде Масиафа, только не такое жуткое. Небольшая коммуна посреди великого нигде. Около 30 человек, живущих наперекор всему. Почему? Потому что мои родители были парочкой долбанутых хиппи, которым грезилось, что они ведут борьбу. Отец постоянно вещал о врагах и о том, как они нападут на нас. А мы должны быть готовы. Никто так и не пришел. Почему вы сбежали? Мне нельзя было покидать коммуну. Вообще. Вы представляете, как это быть в плену, зная, что где-то есть огромный мир, который ты никогда не увидишь? Вы не скучаете по родителям? Нет. Да я и не считаю их родителями. Они были сторожами, а я был их пленником. Может, они просто хотели защитить вас? После того, что случилось, я не знаю. Наверное, они были правы. Извините, я не хотела копаться в вашем прошлом. Ничего. Мне будет над чем подумать. Попробуйте поспать. Завтра у нас будет долгий день.
У меня есть один вопрос. Да? Как они меня нашли? Я не встречался с другими ассасинами уже лет 10. Это ваше настоящее имя? До сегодняшнего дня нет. Кредитки? Нет. Мобильный? Некому звонить. Права? Мотоцикл. Порочное удовольствие. Вот и ответ. Фото, отпечатки пальцев. У медицинской компании? Какая связь у Абстерга и транспортной инспекции? Дезмонд, эти люди везде. Они... А, извините, мне нельзя говорить об этом. Просыпаться и видеть, что вы стоите надо мной, немного жутковато. Смотрели, как я сплю? Мы всегда наблюдаем за вами, поднимайтесь. У нас много работы. Кого же мне придется убить сегодня? Я думаю, обойдемся без надменности. Ваши предки шли почти верным путем, мистер Майлз. Если смерть нескольких злых людей может спасти тысячи, это лишь малая жертва. Почему почти верным? Они зашли недостаточно далеко. Приведу аналогию. Коррупция, словно рак. Если вырезать метастазы, но не тронуть источник, то ты всего лишь оттянешь время. А излечение можно добиться лишь систематическими мерами. Химиотерапия, Дамас. Обучение. А вернее, переобучение. Но это нелегко. И не всегда работает. Дайте догадаюсь. У вас есть идея получше. Что же это? Так я вам и сказал. Я жив? Но вы ударили меня. Я чувствовал дыхание смерти. Ты видел то, что хотел показать тебе я. А потом ты спал сном мертвеца. Сном младенца в чреве, чтобы переродиться и проснуться. Для чего? Ты помнишь, Альтаир, ради чего сражаются ассасины? Ради мира. Во всем. Да, во всем. Недостаточно остановить насилие человека над человеком. Мир должен быть и внутри людей. Не бывает одного без другого. Так сказано. Так и есть. Но ты, сын мой, не обрел внутреннего мира. Это проявляется в твоей грубости и самоуверенности. Разве не вы сказали, что ничто не истина и все позволено? Ты не понимаешь, что означает эта фраза. Ее смысл не в том, что ты можешь делать все, что вздумается. Это знание, которое направляет нас. Оно требует мудрости, которой тебе не хватает. Так что же будет со мной? Можно было бы убить тебя за то, что произошло. Малик считает, что это справедливо. Твоя жизнь за жизнь братьев. Но так бы мы потеряли время и твой талант. Сейчас ты лишен всех привилегий и своего звания. Ты вновь стал новичком, ребенком, как в тот день, когда впервые пришел в наш орден. Я предлагаю тебе искупить вину. Заслужить путь назад в ряды братства. Вы что-то задумали? Ты должен доказать, что помнишь, как быть настоящим ассасином. Хотите, чтобы я забрал жизнь? Нет. Пока нет. Для начала ты вновь станешь простым учеником. Но зачем мне это? Твои цели за тебя выслеживали другие, но с этого дня ты сам будешь искать их. Как скажете. Именно. Итак, что я должен сделать? Нас предали. Кто-то помогал Роберу де Сабле. Кто-то из нас. Ты должен найти его и привести ко мне для допроса. Что вы знаете о предателе? Я рассказал все, что мне известно. Остальное — твоя задача. Мира и покоя, Альтаир. Ты на моем пути. Да. Аль-Муалим попросил меня напомнить тебе, как мы выслеживаем жертву. Я знаю, как это делается. Возможно, но у меня приказ. Тогда поскорей. Ассасины используют несколько методов поиска. Знаю. Мы можем подслушивать, красть или выбивать сведения силой. Именно так. Значит, я должен выявить предателя, используя эти методы?
Да, начни с деревенского рынка. Там мы заметили его в первый раз. Ты знаешь, кто это? Возможно. Тогда скажи мне имя, и мы закончим. Нет, так не получится. Ступай. И помни, начни поиски с деревенского рынка. Я точно видел. Масун открыл ворота. Он впустил тамплиеров. Расскажи об этом Аль-Муалиму. Нет, Масун действовал не один. Кто-то в крепости помог ему. Откуда ты знаешь? Он обменивается с кем-то письмами. Их переносит корзинщик. Это не причина молчать. Ах, корзинщик принес ему письмо прямо перед атакой. Думаю, открыть ворота ему приказали. Тогда поговори с корзинщиком и выясни, с кем переписывается Масун. Он пропал. Прячется, чтобы избежать расспросов. Ха! Не иначе в одной из своих же корзин. Пожалуйста, хоть одну. Мы все потеряли во время нападения, и нам негде хранить зерно. Я сейчас не могу. Я занят. Из-за письма? Какого письма? Того, что ты получил, когда я пришла. Плохие новости. Не понимаю, о чем ты. Я постараюсь что-нибудь сделать. Но сейчас мне нужно побыть одному. Приходи потом. Как скажешь. Такие, как Аль-Муалим, стремятся разрушить мечту. Сегодняшняя атака была первой из многих, что последуют, если мы вместе не поднимемся против безумца из Масяфа. Остановим его ложь! Хватит! Я скажу! Говори поскорее. Мне не нужны твои игры. Почему ты предал нас? Кому ты служишь? Мы служим тамплиерам. Они сражаются за правое дело. Мы? Джамаль, он рассказал мне об их замысле и приказал открыть ворота. Ты предал нас. Нас, назвавших тебя братом и укрывших от бед. Я сделал то, что считал нужным. И я не боюсь умереть за правое дело. Не мне решать твою судьбу. Это сделает Аль-Муалим. Перемотка на более поздний участок памяти. Тебя обвиняют в том, что ты предал братство и открыл дорогу врагу. Как ты ответишь на эти обвинения? Не отрицаю. Я горд тем, что сделал, и жалею лишь, что мы не добились успеха. Я предлагаю тебе покаяться, отречься от зла в твоем сердце. В моем сердце лишь истина. Мне не в чем каяться. Тогда ты умрешь. Ты справился, Аль-Таир, и заслужил право вновь носить клинок. Что будет с тем, который ему помогал? Увидим. Кто-то предает из невежества и страха. Таких людей можно спасти. Воля же других искажена. Их разум отравлен и испорчен. Таких нужно уничтожать. Скоро мы узнаем, к какому типу относился Джамаль. Я прошел испытание. Что дальше? Прошел. Дитя мое, мы только начали. У меня есть список. В нем 9 имен. 9 человек, которые должны умереть. Они как чума. Они разжигают войну. Своей властью они отравляют землю. Из-за них продолжаются крестовые походы. Ты убьешь их и посеешь семена мира, как в стране, так и в самом себе. И тогда ты обретешь прощение. 9 жизней в обмен на мою. Думаю, это щедрое предложение. У тебя есть вопросы? 1. С кого начинать? Отправляйся в Дамаск. Найди торговца на черном рынке по имени Тамир. Он станет первой жертвой. Когда прибудешь в город, найди местное бюро братства. Я пошлю голубя, чтобы сообщить Рафику о твоем прибытии. Поговори с ним. Увидишь, он тебе поможет. Если это необходимо? Да. Ты не можешь приступить к заданию без его разрешения. Что? Мне не нужно ничье разрешение. Это потеря времени. Это цена, которую ты платишь за свои ошибки. Ты отвечаешь не только передо мной, но и перед всем братством. Хорошо.
собери снаряжение и иди. Докажи, что не потерян для нас. Ты все понял? Да. Доставить письмо вашему другу-торговцу. Ты знаешь, кого искать? Того же, кого и всегда. Не вздумай выдать мое присутствие в городе. У нас много глаз, много ушей. Дай много рук, чтобы затыкать тех, кто много болтает. Я все это знаю. Даю слово. Ладно. И побыстрее, у нас мало времени. Ведь его товар скоро испортится. И эта история, как и жизнь несчастного торговца, подойдет к концу. Но судьба распорядилась иначе. Говорят, если бы не Тамир, люди Саладина обратились бы против него. Может быть, и ту битву мы выиграли благодаря ему. Похоже, ты многое знаешь о Тамире. Что он задумывает? Я знаю только эту историю, ничего больше. Жаль. Зачем оставлять тебя в живых, если тебе нечего дать взамен? Стой, стой! Я знаю кое-что. Продолжай. Он сейчас очень занят. Руководит сбытом большой партии оружия. Ну и что? Он продает его Салах-ад-Дину. Это мне ни к чему. Как, впрочем, и ты. Нет, стой! Послушай, не Салах-ад-Дину, а кому-то еще. Гербы на доспехах, а не другие. Я не знаю, чьи. Похоже, Тамир помогает другим. Я не знаю, кому. Это все? Да, да. Я сказал тебе все, что знаю. Тогда пора тебе отдохнуть. Альтаир, рад видеть тебя невредимым. Я тебе тоже, друг. Извини за неприятности. Забудь об этом. Некоторые братья были здесь до тебя. О, если бы ты слышал, что они говорили. Я думаю, ты убил бы их на месте. Все в порядке. Да, ты никогда не был сторонником Креда, правда? Все сказал. Прости, я иногда забываюсь. Что привело тебя в Дамаск? Человек по имени Тамир. Аль-Муалима волнует его деятельность. Я должен пресечь ее. Где его искать? Полагаю, ты узнал о своем враге все, что нужно. Да, вот что я узнал. Тамир заправляет рынком Аль-Силах. Он зарабатывает на продаже оружия и доспехов. В его деле много людей. Кузнецы, торговцы, финансисты. Он здесь главный торговец смертью. Ты нашел способ избавить нас от этой чумы. У него назначена встреча на его рынке, обсуждение важной сделки. Говорят, что самое важное в его жизни. Он будет занят своей работой, тогда я и нападу на него. Твой план кажется надежен. Я отпускаю тебя. Выполни поручение Аль-Муалима. Можешь отдохнуть перед заданием. Взгляните сюда! Меня не интересуют твои расчеты. Цифры ничего не изменят. Твои люди не выполнили заказ, и из-за тебя я подвел клиента. Нам нужно время. Так говорят лентяи или неумелые. Ты из таких? Нет. А факты говорят иначе. Вот скажи, как ты собираешься разрешить это затруднение? Оружие мне нужно немедленно. Я не знаю. Люди работают день и ночь. Но ваш клиент требует слишком много. И вести все – очень сложный маршрут. Лучше бы ты оружие ковал так же быстро, как куешь свои оправдания. Я сделал, что мог. Этого мало. Значит, вы просите много. Много? Я дал тебе все. Без меня ты бы все еще был жалким заклинателем змей. Все, что я прошу – вовремя выполнять заказы. А ты говоришь, что я прошу многого. Ты смеешь оскорблять меня? Нет, Тамир, я не хотел. Надо было прикусить свой язык. Нет, хватит. Хватит? А! Да я только начал! Нет, нет! А! Ой! А! Ай! Ты явился на мой рынок!
торговал с моими людьми и посмел оскорбить меня? Ты должен знать свое место! Нет. Оставь здесь. Это будет вам всем уроком. Дважды подумайте, прежде чем говорить, что чего-то не можете. А теперь за работу. Покойся с миром. Ты заплатишь. Вы все заплатите. Похоже, сейчас платишь ты, друг мой. Тебе больше не заработать на чужой боли. Считаешь, я простой торговец смертью, наживающийся на войне? Ты сделал странный выбор, не кажется? Почему меня, когда многие делают то же? Значит, ты считаешь себя особенным? Это так. Потому что моя цель выше, чем просто деньги. Как и у моих братьев. Братьев? Он думает, я в деле один. Я лишь часть дела. Со своей частью работы. Скоро ты узнаешь об остальных. Им не понравится то, что ты сделал. Отлично. Уже предвкушаю их смерть. Столько гордости. Она погубит тебя, дитя. До меня дошли известия о твоей победе, Альтаир. Прими мою благодарность. Спасибо. Жаль, что остальные до сих пор не относятся к тебе с должным уважением. Рафик, мне все равно, что думают обо мне другие. Как скажешь, Альтаир, тебе нужно рассказать все Аль-Муалиму. Я уверен, что у него есть для тебя новая работа. Вылезайте, мистер Майлз. В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых. Не скажете мне, кто засунул шило ему в задницу? У нас сроки, неделя. Уже 6 дней. Сроки? Мне нельзя говорить. Встаньте на мое место. Меня удерживает в заперти группа ученых и заставляет целыми днями лежать в какой-то машине. Вы не говорите, что вы ищете и для чего. А я должен быть благодарен за то, что вы сохраняете мне жизнь. Ребята, это полное дерьмо. Иначе не назовешь. И что вы от меня хотите? Подумаем, не знаю. Может, ответов на вопросы? Не могу. И так лучше. Безопаснее. Для кого? Для нас обоих. Эй, у меня есть вопрос, на который вы можете ответить. Какой? Почему люди там иногда говорят так, будто они из будущего? Будущего? То есть настоящего. Как сейчас. А еще вы, вероятно, удивляетесь, почему понимаете языки Святой Земли? Да, я как раз хотел... Анимус переводит речь, чтобы она звучала более-менее современно. Анахронизмов будет немного. Я бы могла сделать речь аутентичнее, но... Вы когда-нибудь читали Чосера? Кого? Да, пожалуй, это не для вас. Расскажите мне об Абстерго. Что здесь делают, кроме того, что держат меня под замком? Абстерго — одна из крупнейших фармацевтических компаний мира. Она специализируется на антидепрессантах. В компьютере есть кое-какие данные. Но вы уже сказали, что это не испытание лекарства. Так что же? Мне не нравится, к чему вы клоните. Значит, я могу предположить, что Анимус — это тайна. Что? Вы что, рекламу не видели? Боже... У вас есть чувство юмора? Извините, Дезмонд, у меня много работы. Если вы хотите узнать больше о компании, посмотрите в компьютере. Мы ведем работу в различных областях. Особенно интересен раздел телекоммуникаций. Идемте, мистер Майлз. Времени мало. Где Люси? Не волнуйтесь, скоро она присоединится. Зачем все это, док? Чего вы хотите добиться? Вы смотрите телевизор? Читаете газеты? Никогда таким не интересовался.
Тогда я вам дам краткую сводку. Мир в дерьме. Это печальное зрелище. Сами смотрите. Со времен вашего предка прошло тысячи лет, а общество осталось все таким же варварским, все таким же глупым. А ваша цель? Порядок, мистер Майлз. Миру нужен порядок. Это наша цель. И вы помогаете нам достичь ее. Вы думаете, я поверю, что вы строите светлое будущее? Именно этим мы и занимаемся. Человечеству нужна уверенность. Люди хотят знать, для чего они здесь и что им делать. И мы ответим на их вопросы. Когда люди поймут, как им жить, все станет намного лучше. Лучше? Конец всем войнам. Большим и маленьким. Не это ли ваша цель, ассасины? Мир во всем? Я говорил, что я не ассасин. Ну да, конечно. Я все еще не понимаю, при чем здесь я? Терпение, мистер Майлз. Со временем вы поймете. Или не поймете. Мне все равно. Главное, чтобы вы показали, где оно. Где что? Отлично, Альтаир. Уверен, у тебя впереди полоса успеха. Тамир говорил так, будто хорошо знает вас. Он говорил о каком-то большом значении. Значение имеет не само действие, а то, как и когда оно производится, и какие последствия порождает. Что мне еще нужно знать? Альтаир, самую большую ошибку ты совершил, потому что знал слишком много. Если я чего-то не говорю тебе, то лишь за тем, чтобы ты не ошибся снова. Понимаю. Нет, не понимаешь. И не поймешь, пока не усвоишь урок. Тем не менее, ты справился с заданием. Я повышаю тебя в звании и возвращаю часть снаряжения. А теперь отправляйся в Акр или Иерусалим. В этих городах живут люди, о которых ты должен позаботиться. Начальники бюро расскажут, что нужно сделать. Слышал про Алина? Лучник, что патрулирует восточное крыло? У этого бедняги брат поймал стрелу в горло. Боюсь, он и ночи не протянет. Как Алин вообще может сейчас работать? Он часто ходит к брату. Я прикрываю его, когда могу. Но сейчас ты не там. Нет, есть семейные дела, которыми надо заняться. Будем надеяться, доктор не узнает о его отсутствии. Не узнает, если ты не проболтаешься. Не бойся. Я буду держать рот на замке. Он желает лишь добра. Он не изменит данной им клятве служить и защищать. Скоро, друзья мои, скоро добрый лекарь займется вами. Будьте терпеливы, не упускайте надежды. Он один, а нуждающихся так много. Он работает, не покладая рук. И это занимает немало времени. Смилуйся, смилуйся. Нет, не убивай меня. Я сделаю все, что ты хочешь. Ты служишь Гарнье? Он заставляет меня делать это. Чтобы люди не бунтовали. Чтобы верили в него и желали его помощи. Скажи мне все, что ты о нем знаешь. Да, конечно. Я знаю, что там внутри. Что он на самом деле делает? Продолжай. Больными и ранеными они не входят. Они ими становятся в его руках. Только когда начинается боль. Он не врач. Он дикий больной человек. Я не знаю, что он там делает. Но они так кричат. Это надо прекратить, пока он не погубил еще больше людей. Ты остановишь его? Поэтому ты еще жив. Он осторожен. Нужно выбрать подходящий момент. Когда он занимается пациентами, то не замечает ничего вокруг. Забывается в работе. Вот тогда и атакуй. Благодарю за информацию. Ты отпустишь меня? Если б я мог. Ну что у тебя? Хлам. У него не было ни монеты, только какой-то идиотский тубус. Я нашел только этот кусок бумаги с каракулями. Это не каракули, а слова и буквы.
Зачем носить слова и буквы в тубусе? По мне, так это глупость. Может, что-то важное? Дай-ка взглянуть. Как в прошлый раз, да? Я не дам тебе его украсть. Какой же ты дурак. Ну, удачи тебе с ним. Альтаир, он преследует меня. Сначала расправится со мной, а потом с моей женой и детьми. Ты пришел меня прикончить? Нет? Похоже, Аль-Муалим все же добрее, чем я думал. Ты мне поможешь? За мной охотится один рыцарь из Ордена Госпитальеров. Если бы ты убил его, то оказал бы своему товарищу огромную услугу. Я был в Акре с тех самых пор, как крестоносцы осадили город. И за помощь могу поделиться с тобой важной информацией. Все кончено. Он мертв. Я так тебе благодарен. Короче, вот что мне известно о гроссмейстере Госпитальеров Гарнье де Наплузе. Он позволяет своим пациентам свободно расхаживать по крепости. В его рабочую комнату запрещено входить всем, кроме учеников, а крыши крепости охраняются лучниками. Надеюсь, это поможет тебе отправить Гарнье в ад. А, Альтаир. Птичка сказала мне, что ты придешь. Аль-Муалим заказал убийство Гарнье де Наплузе. Гроссмейстера рыцарей госпитальеров? Да. Я уже решил, когда и как его убить. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Он живет и работает в больнице Ордена, на северо-западе. Говорят, что там творятся какие-то зверства. Ему нравится ставить эксперименты на людях. Многие жители Иерусалима похищены и привезены сюда. Не глупо. Он избегает подозрений здесь, похищая людей в другом городе. Вернемся к делу. Каков твой план? Гарнье почти не покидает свою комнату в больнице, но иногда выходит осмотреть пациентов. Во время такого обхода я и нанесу удар. Вижу, ты обдумал свой план. Я отпускаю тебя. Очисти этот город, и, может, этим ты искупишь свою вину. Ты можешь отдохнуть здесь, пока не будешь готов. Нет! Помогите! Помогите мне! Помогите, пожалуйста! Вы должны! Он идет. Хватит, сын мой. Я просил тебя вернуть его, а не убивать. Ну-ну, все будет хорошо. Нет. Дай мне Нет. твою руку. Не трогай меня. Опять! Прогони свой страх, иначе я не смогу помочь. Помочь? Как ты помог остальным? Ты забрал их души. Я видел. Я видел. Но не мою. Нет! Мою ты не получишь! А! Возьми себя в руки! Думаешь, мне приятно, и я хочу сделать тебе больно. Но ты не оставляешь мне выбора. Подкрепляй добрые слова ударами! Все это ложь и обман! Он будет доволен только, если все склонятся перед ним! Не стоило этого говорить. Верните его в палату! Я приду, как только обойду остальных. Ты не удержишь меня здесь! Я снова сбегу! Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги, обе. Мне так жаль, сын мой. Вам что, нечем заняться? Скинь с себя бремя. Меня ждет покой, да. Вечный сон зовет меня. Но перед тем, как закрыть глаза, что станет с моими детьми? Ты хотел сказать людьми, которым пришлось пережить твои эксперименты? Они вернутся домой. Домой? Но куда?
в канализацию. Публичные дома. Тюрьмы, откуда мы их вытащили. Вытащили против их воли. Да, но у них не было никакой воли. Ты правда настолько наивен? Ты унимаешь плачущего ребенка только потому, что он ноет? Папа, я хочу поиграть с огнем. Что ты ответишь? Да, конечно. Но обойдется он по твоей вине. Это не дети. Это взрослые мужчины и женщины. Телом возможно, но не разумом. Я лечил именно разум. Заметь, без артефакта, который ты у нас украл, мои успехи шли куда медленнее. Но были травы, микстуры и вытяжки. Моя стража доказательства. Они были безумцами, пока я не нашел их и не освободил из тюрьмы собственного разума. И без меня они снова станут безумцами. Ты правда верил, что помогаешь им? Я не верил в это. Я это знал. Что нового, Альтаир? Гарнье мертв. Тогда возвращайся в Масиаф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Есть новости, Альтаир? Гарнида на плюс мертв. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось делать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают и они, используются угрозы, обман и прочее. Существует растение, Альтаир. Травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующееся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствия. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай, продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя.
Мир тебе, Альтаир. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги. Взамен я кое-что тебе расскажу. Альтаир, ты смог устранить тех, кто заметил меня? Прекрасно. Вот что я узнал про Талала. Это известный работорговец. Он занимается своими темными делами в северной части города. Стражникам он платит дань, так что те на все смотрят сквозь пальцы. Но теперь я уверен, совсем скоро его постигнет незавидная участь. Спасибо тебе, Альтаир. Он трус. Если бы не деньги, я бы давно ушел. Ты или слепец, или глупец, или все вместе. Почему ты так говоришь? Ты не видел, что произошло? Нет, видел. На наш караван напали, и он сбежал, ничего не сделав. Нет, не сбежал. О чем ты говоришь? Ты помнишь, что случилось с двумя атаковавшими нас? Их убили наши лучники, хвала Господу. Не лучники, а он один. Хочешь сказать, он спас нас? Да, он поднялся на возвышенность и застрелил врагов из лука. Я не знал. Этот человек – мастер-лучник. Запомни это. Если стражники ничего не делают, действовать должны мы. То, что ты предлагаешь, безумие. Это необходимо. Сколько еще человек должно пропасть, чтобы люди заметили? Нас это не касается. Пока. Но если это продолжится, может коснуться. И что ты предлагаешь? Я проследил за этим человеком. Узнал все, что нужно об его действиях. Все записано вот на этой карте. Он каждый день в одно и то же время осматривает пленников. Тогда я и нападу. Итак, у тебя есть клочок бумаги. Он не спасет тебя, когда тебя найдут. Не укроет от стрел и мечей. Если все получится, до такого не дойдет. И я готов пойти на такой риск. Пожелай мне удачи, друг. Удачи. Она нужна тебе. Альтаир, похоже, у меня появились враги. Аль-Муалим попросил меня проследить за работорговцем. Но он заметил меня, и теперь я должен скрываться от его людей. Мне нужно выбраться из города. Помоги это сделать, и я расскажу тебе все, что я знаю. Спасибо, брат. Возьми эту карту, на ней указаны места, где обычно прячется Талал. Пригодится, если этот трус решит бежать, а не сражаться. А зная его, я тебе скажу, что он так и сделает. Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне, к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Ну что, работорговец? Не называй меня так. Я только помогал им, как помогли мне самому. Пленив их, ты не сделал ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Спаси меня. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. О, ты
хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда. Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы боги давно оставили. Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай им не выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет. Пока нет. Ну, увидишь. Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Черт возьми! В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Почему он орет на вас? Это же его машина. Только теории. Машину создал не он. А кто? Вы? Нет. У Абстерга есть команда инженеров. Я наблюдала за сборкой. Наверное, поэтому он на меня сердится. Он урод. На него давит, как и на всех нас. Не могу поверить, что вы его защищаете. Уоррен спас мне жизнь. Так что, если он хочет поорать, пусть. Что значит «спас жизнь»? Не вы один не уходите домой на ночь, Дезмонд. То есть вы тоже пленница? Когда они вышли на меня, я заканчивала докторскую. В университете дали понять, что у меня нет перспектив. Им не понравилась тема моей работы. Назвали ее лженаучной. Сказали, что я дискредитирую их. Везде было то же самое. Университеты, компании, куда я пыталась устроиться. Скоро у меня не осталось ни денег, ни надежды. Я начала думать о работе официанткой. Потом пришло письмо. Отведи-ка. Он писал, что следил за моей карьерой еще с аспирантуры, что он верит в мои работы и хочет встретиться. Вы не представляете, с каким облегчением я согласилась. Да и что мне было терять? И он предложил работу? Да, здесь, в Абстерго, в проекте «Анимус».
У меня был шанс проверить свои теории и доказать, что профессора ошибались. Как я могла отказаться? Вы так и не рассказали, как стали пленницей. Иногда я думаю, может быть, за всем этим стояли они? Создали ситуацию, в которой мне не оставалось ничего иного, как согласиться. Они могут все. Но тогда я не думала об этом. Мне сказали, что придется пожить здесь. Полгода, может, год. Когда прибор будет готов, нужда в секретности отпадет. Но до этого времени я буду в гостях у компании. По крайней мере, так они сказали. А когда анимус был готов? Они пришли, когда я спала. Трое. С оружием. Вытащили меня из кровати. Боже. И самое ужасное, я их знала. Один парень, Ричард. Мы иногда ужинали вместе. А теперь он... Они шутили. Я попыталась вырваться. Он ударил меня и сказал, что меня убьют. Боже, а что ты? Ничего. Пыталась убедить себя, что это сон. А потом появился Уоррен. Наорал на них и приказал убираться. Они послушались. Боже. Он неприятный человек, Дезмонд. Я бы даже сказала, нехороший. Но он спас мне жизнь. Больше меня не трогали. И он обещал, что не тронут. Ты здесь в плену работаешь на этих психов. Но я жива. А сейчас мне надо починить анимус. Увидимся завтра, Дезмонд. Проснитесь и пойте, у нас впереди долгий день. Вы необычно жизнерадостны. Мисс Стилман внесла кое-какие изменения в анимус. Теперь вы сможете дольше оставаться в нем. И искать ваше сокровище? Это серьезно, мистер Майлз. Не думаю, что вы понимаете, какую серьезную работу делает Абстерго. Может, потому что я не знаю, чем вы занимаетесь? Мы меняем мир. Каждый день. Сотнями разных путей. Вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями. Но как? Чем вы лучше других? Настолько умнее, что изобретаете все подряд, а мы, жалкие смертные, не способны ни на что? Честно говоря, мы не изобретаем. Мы находим. Находите? Это дары, мистер Майлз. От тех, кто пришел раньше. Мы теряем время. Поговорим об этом позже. Доброе утро. Ага, привет. Подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. И за это тебя можно поблагодарить. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит, рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, и я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Уильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных.
Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели – установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. И будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. Хорошо, что ты пришел. Служить вам – честь для меня. Ваши приказания? Письмо, которое я дал тебе, нужно доставить в лагерь Салах-ад-Дина. Там отыщи человека по имени Хишам. Он поможет. Но никому не говори о письме. Никто не узнает. Тогда отправляйся. И пусть мы переживем темные дни, но ночи наши будут наполнены радостью. Король-купец помогает, ничего не требуя взамен. Пусть его щедрость станет примером для нас. Пусть каждый стремится стать таким же, как он. Я все скажу. Я не собираюсь за него умирать. Его деньги не вернут мне жизнь. Мудрое решение. Что тебе нужно? У меня дело к королю-купцу. А, что ж, удачи тебе, король редко покидает свои покои. Почему? Он что, боится? Не боится. Ненавидит. Он ненавидит самого себя не меньше, чем людей, которым якобы служит. И от позора запирается в своих палатах. Но он не может прятаться вечно. Да. Скоро праздник. Он выйдет, чтобы произнести речь, чтобы взглянуть на свой народ, на тех, кто принадлежит ему. Но это будет недолго. Почему же ему приходится так прятаться? Увидишь сам. А теперь отпусти меня. Чтобы ты рассказал ему, что я задумал? Я не скажу ни слова. Верно, не скажешь. Последняя партия доставлена. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы он узнал. Доставить груз было нелегко. Это же всего лишь вино. Человек слаб в вере. В вашей священной книге кое-что сказано по этому поводу. Оставь их. Пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают. Все селения, которые мы погубили, имели известное предписание. И что это должно означать? Не имеет значения. Займитесь своим делом. Как скажешь. Альтаир, добро пожаловать. Чью жизнь ты собираешься забрать сегодня? Его имя Абу-Аль-Нукот. А, король-купец Дамаска, самый богатый человек в городе. Как интересно и опасно. Я завидую тебе, Альтаир. Ну, не тому, что тебя чуть не убили и лишили титула, но я завидую всему остальному, кроме того, что говорят о тебе остальные убийцы. И все же, если отбросить неудачи и ненависть, то я тебе очень завидую. Если ты закончил, я собрал всю нужную информацию. Как ты быстр, и что же ты узнал? Абу-Аль-Нукот прогнил до самых потрохов, и поэтому все его презирают. Он крадет деньги, выделенные на нужды горожан, и тратит их на себя. Сейчас он устраивает роскошный праздник, желает похвастаться богатством. Когда праздник начнется, у охраны и слуг дел будет по горло. Меня они даже не заметят. Очень впечатляет, друг мой. Про тебя говорят, что ты всегда все портишь. Но только не я. Нет. Я был уверен, что ты справишься. И вот ты справился. Бюро в твоем распоряжении до тех пор, пока ты не приступишь к работе. Добро пожаловать! Спасибо, что посетили меня в этот чудесный вечер. Прошу вас, ешьте, пейте, веселитесь. Здесь есть все, буквально все, что пожелаете. Отдыхайте, я подожду. Думаю, что вы довольны вечером. Очень хорошо видеть, что вы рады, счастье для меня.
Мы переживаем темные дни, друзья мои, но нам надо находить в себе силы для веселья. Война угрожает нам. Салах ад-Дин храбро сражается за то, что он верит, и каждый из нас должен оказывать ему поддержку. Лишь ваша щедрость позволяет ему продолжать войну. Я предлагаю тост. За вас, мои друзья, за тех, без кого мы не оказались бы там, где мы есть. И пусть вы получите за это достойную награду. Какая доброта! Я не ожидал ее от вас, от тех, кто так быстро осудил меня и так жестоко. О, не притворяйтесь! Вы считаете меня глупцом, не так ли? Думаете, я не слышал слов, что вы шептали у меня за спиной, а? Слышал, и не смогу их забыть. Но не для этого я собрал вас здесь. Я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней. Вы щедро делитесь деньгами, зная, что этим вы покупаете тысячи смертей. Вам даже неизвестно, за что мы деремся. Сохранность святой земли, говорите вы. Отпор нашим врагам, но этим лишь лжете сами себе. Нет, причина всех страданий – страх и ненависть. Вы боитесь тех, кто не таков, как вы. Поэтому вы боитесь и меня. Сострадание, жалость, терпимость – эти слова ничего не значат для вас. Так же, как не значит они ничего для захватчиков, ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства. И я говорю, хватит! Я посвятил себя другой цели. Да, да, другой. Я построю новый мир, в котором люди будут мирно жить, бок о бок, друг с другом. Жаль, что никто из вас не увидит его. Убивать каждого, кто пытается сбежать. Покойся с миром. Твои слова больше не причинят вреда. Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить. Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что ушли деньги. Взгляни. Сама моя природа отвратительна для людей, которыми я правил. Только мое положение мешало ненавидеть меня открыто. Значит, это была лишь месть? Нет, не месть. Скорее, совесть. Как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салах ад-Дина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Тогда зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло во имя большого добра. Мы с тобой одинаковы. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен. До меня дошли вести о твоем успехе, Альтаир. Царство страха Абуаль-Нуквода закончено. Рад слышать это. Он убил их. Гостей, пришедших к нему в дом. Отравил ядом, оружием трусов. Обвинил их в разжигании войны и сказал, что хотел ее закончить. Странно. Впрочем, про короля купца всегда говорили, что он не в себе. Может, это было просто очередное проявление безумия? Может быть. Я не убедил тебя. Поговори с Аль-Муалимом. Возможно, у него есть лучшее объяснение. Да. Посмотрим, что он мне скажет. Подойди, Альтаир. Поговори со мной. Хорошо. До меня дошла весть о твоем успехе.
Я благодарен тебе, как и вся страна. Ты приблизил мир, избавив города от преступных правителей. Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем успехе. Думаю, что их что-то связывает, хотя они и не признавали этого. Есть разница, Альтаир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать, задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай и лиши их власти. О, нет, не убивай меня! О, Альтаир, ты меня до смерти перепугал. За мной охотятся люди Ричарда. Их двое. Я пытался заключить с ними сделку, но понял, что это была ловушка и избежал. Явись им в облике ангела смерти и оборви нити их жизни, пока они не нашли меня, а потом я расскажу тебе о нашем деле. Как приятно осознавать, что ты в безопасности. Спасибо, господин. Я попытался договориться со стражниками, чтобы они не закрывали ворота, когда прозвучит сигнал тревоги. Но у меня ничего не вышло. Теперь ты сможешь выбраться из цитадели Ричарда только по стене. Прости меня. Ты вошел туда так легко. Крепость же закрыта для всех. Это так, но Вильям хочет, чтобы ремонт закончился как можно быстрее. Это нам на руку. Отличное прикрытие. Я закончил свой отчет, нужно отнести его. Первый раз дела складываются в нашу пользу не по случайности. Даже Библия говорит, Бог поможет тем, кто поможет тебе сам. Нет, на самом деле это из басен Эзопа. Библия вообще-то говорит как раз наоборот. Надо много ждать и веровать, пока Всевышний решит, помогать ли тебе. Ну, я бы сказал, мы ждали немало. Тут я с тобой согласен. Ладно, я пошел. И что мы видим вокруг? Могилы, вдовы, сироты! Король Ричард обещал нам светлое будущее, обещал спокойные земли, но получаем мы лишь смерть! Поднимитесь с колен! Не приносите себя в жертву изменчивым прихотям короля! Мы должны полагаться на людей непоколебимых в своих убеждениях! Таких, как Вильям Монферрат! Не сдавайтесь! Все, без хватит, хватит! Чего ты хочешь? Золото? У меня есть немного, забери! Забери и уходи прочь! Не золото, мне нужна информация. Я ничего не знаю! Но знаешь, Вильям, как мне к нему попасть? Это невозможно! У него встреча с королем! А когда король уезжает? Сегодня. Но тебе это не поможет. Они опять поругаются, и Вильям, как обычно, пойдет срывать злость на своих людях. Ричард кричит на Вильяма, а Вильям кричит на воинов. Он не примет тебя. Я тебе уже сказал, что я иду к Вильяму, а не Вильям принимает меня. Тогда прощай. Не так быстро. Есть нечто, что я у тебя заберу. Что? Твою жизнь. Перед мощью армии короля Ричарда. Бог одарил его своей милостью. Рафик. О твоих деяниях говорят, Альтаир. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь. Порой ты хорошо справляешься. Я полагаю, работа нас воссоединила. Да, Вильям Монферрат моя цель. Я получил нужные сведения и знаю, как до него добраться. Говори, а я послушаю. У Монферрата большое войско. Многие зовут его хозяином. Но у него есть и враги. Он не ладит с королем. И никогда не ладил. Это мне на руку. Визит короля его сильно расстроил.
Как только король уедет, он отправится в свою крепость, чтобы все обдумать. И пока он будет занят мыслями, я его убью. Уверен в своем плане? Абсолютно. Я выкручусь, если что-то пойдет не так. Тогда иди покончи с Монферратом, и да станет свободен этот город. Я вернусь, когда дело будет сделано. Три тысячи жизней, Вильям. Их нужно было держать в тюрьме и ждать, пока мы не обменяем их на наших людей. Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О, да. Невероятную услугу. Теперь они разговаривать с нами не станут. Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой ушел в политику и уже забыл, что такое бой? Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все это разрушаешь. Очень суровые слова, повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие. Что ты говоришь, Вильям? Ты регент Акры, ты правишь вместо меня. Это недоверие? Или тебе нужна моя корона? Ты не понимаешь. Хотя это не ново. Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Не смею задерживать, ваша светлость. Мне кажется, таким, как он, места в новом свете нет. Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Мне нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я сегодня не в настроении ни с кем возиться. Да, господин. Все остальные со мной. Отдыхай. Твоим планам конец. Да что ты знаешь о моих планах? Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард? Он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты воровал их пищу, нещадно карал их, загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну, когда наступит голод. Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию, но я не учил их сражаться. Обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет, но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие. И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Что нового? Вильям Монферрат мертв, а с ним и его предательские планы. Хорошая работа, ты не дал ему получить Акру. Почему сейчас, когда крестоносцам так нужно единство? Он мог подождать? Подождать чего? Когда король вернется и раскроет его план? Нет, сейчас самое время для мятежа. Странно, я думал, он отдаст город Конраду, но он сказал, что это не входило в его планы. Не верь словам змеи. Она даже при смерти плюется ядом. Я поговорю об этом с Аль-Муалимом. Да, друг мой. Поторопись в Мусиаф. Я уверен, он жаждет новостей. Подойди, Аль-Таир. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем? Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова.
каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаки. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine, non nobis. Тамплиеры. Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности. Верно? Но что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием, я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открылась тебе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока удовлетворись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Видел заказ? Нам надо починить площадку для проведения очередной казни. Это та, что у западного края храма Соломона. Я как раз туда направлялся. Столько смертей. Скорее бы вернулся настоящий правитель и принес бы правосудие в этот город. Да, а не тот фарс, что устроил из суда Маждадин. Как такое вообще могло произойти? Все, кто пытался заменить Салах ад-Дина, погибли по разным причинам. В конце концов, место досталось Маждадину, а ведь он был простым писцом у эмира. Как удобно. Не удивлюсь, если именно он стоял за этими смертями. Тихо! Если нас услышат стражники, казнят за измену на той самой площадке, что будем чинить сегодня. Идем, пора за работу. Значителен проступок. Маленькое прегрешение сегодня ведет к большому преступлению завтра. Маждадин поможет, ему лишь надо знать имя преступника. Нет ничего дурного в том, чтобы сообщать о тех, кто отвернулся от закона. Мы ничто без нашей веры. Отказаться от закона значит отказаться от веры. А этого нельзя допускать. Хватит! Я еще дышу. А значит, тебе нужна не просто моя жизнь. Что ты хочешь? Ты хорошо знаешь Маждадина? Лучше многих. Он выглядит слишком праведным. Закон действительно важен для него. А ты как думаешь? Я думаю, он что-то скрывает. И надеюсь, ты скажешь мне, что. Это лишь маска. Все это. Такие, как я, мы должны пугать людей, вселять страх.
Те, кого он убивает, не преступники, но они очень опасны. Опасны для кого? Для их планов, да. Он говорит и о других, тех, с кем он работает, или на кого работает. Я не уверен, им нужен город. Управлять им очень важно для них. Почему? Можешь спросить его самого на одной из казней. Он очень разговорчив. Беседует с толпой, а руки у него обогрены кровью. Это все. Невежество, насилие, безумие. Прости, Ахмат, они пришли так неожиданно. Мой сын? У них мой сын? Что с ним сделают? Мы делали все, что могли. Что с ним сделают? И его казнят. Сегодня. Нет. Я не допущу этого. Но что мы можем? Машт-1 не послушает нас. Он говорит, что волю Бога оспаривать нельзя. Это не воля Бога! Это безумие! Я сам пойду к нему! Где он? Он будет присутствовать на казни. Вернее, проводить ее. Он этим просто наслаждается. Нельзя терять времени! Идем! Есть новости, ученик? Я не ученик. Мастерство человека видно по его поступкам, а не по знакам различия. Мы можем обмениваться колкостями, а можем заняться делом. Говори, что хотел сказать. Маждаддин устраивает публичную казнь. Там будет охрана. Но ничего такого, с чем я бы не мог справиться. Я знаю, что мне делать. Вот поэтому я и называю тебя учеником. Ты не можешь знать. Лишь предполагать. Ты должен быть готов к тому, что не прав. Сколько раз, Альтаир, мне нужно напоминать тебе об этом. Ты закончил? Не совсем. Один из тех, кого должны казнить, наш брат. Аль-Муалим хочет, чтобы он остался жив. Не думай о том, как спасти его. Этим займутся мои люди. Но ты не должен допустить, чтобы Машт-1 забрал его жизнь. Не подведи нас, Альтаир, и не теряй времени. Тишина! Я требую тишины! Люди Иерусалима, услышьте меня! Я обращаюсь к вам, чтобы предупредить. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия, надеясь сбить вас с истинного пути. Скажите мне, вы хотите этого? Хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Нет! Не хотим! Вот еще! Вы хотите дать отпор злодеям? Хотим! Да! Веди нас! Ваша преданность радует меня! Зло должно быть уничтожено! Лишь тогда мы будем спасены! Это не правосудие! Ты не имеешь никакого права! Что ты о себе возомнил? А вы все бездействуете, потакая преступлению! Будьте вы прокляты! Видите, как зло распространяется и поглощает других! Они хотели вселить в вас страх и сомнения! Но я защищу вас! Вот перед вами четверо впавших в грех. Распутница, вор, игрок, еретик. Да свершится над ними правосудие Всевышнего! Твоим злодеяниям конец. Нет, нет! Я же только начал! Скажи мне, какова была твоя роль в этом?
ты хотел обелить себя, как остальные, и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город. Я хотел власти. Это была такая возможность. Возможность убивать невиновных. Они не были невиновными. Несогласные слова ранят, словно сталь. Они нарушали порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей за то, что они не разделяли твои веры? Конечно, нет. Я убивал их, потому что мог это делать. Знаешь, как это? Ощущать, что судьба другого в твоих руках. Ты видел, как люди приветствовали меня? Как боялись. Я был словно бог. Ты бы поступил точно так же, если бы у тебя была такая власть. Такое могущество. Может быть. Но я знаю, что бывает с теми, кто считает себя превыше остальных. И что же? Здесь. Я покажу тебе. Иерусалиму нужен новый правитель. Я слышал об этом. Надо же. А где же твои поучения? Я же наверняка допустил какую-нибудь грубую ошибку. Ты сделал, что должен был сделать ассасин. То, что ты ожидаешь хвалы за выполнение такого простого задания, беспокоит меня. Тебя все на свете беспокоит. Можешь поразмышлять об этом, но только по дороге в Масиаф. Здесь тебе нечего больше делать. Закончили? Встать. Как скажете, док. Я заканчиваю сессию. Буду здесь. Вы уверены в этом? Да. Нет. Все как в Денвере. Не понимаю, как он... Конечно. Я понял. Ваши дела плохи, мистер Майлз. Что с ним такое? Они идут за тобой. Кто идет за мной? Ассасины. Эй, я тут ни при чем. Похоже, они решили вытащить тебя. Наверное, ты важнее, чем сам думаешь. Черт, это становится все запутаннее и запутаннее. Это было неизбежно. О чем ты? Битва, которую начал твой предок во времена третьего похода, она не закончена. А ты в плену у тамплиеров. Ведик, тамплиер? Ты не мог об этом знать. Они это хорошо скрывают. Но это ответ на твой вопрос. Ведик работает на них, мы все. Абстерго принадлежит им. Я думал, тамплиеры — это такие чуваки в смешных шляпах, которые пьют пиво и обсуждают планы захвата мира с какими-нибудь людьми-ящерами. Нет. Кроме, наверное, планов захвата мира. Послушай, Дезмонд, все очень непросто. Половина того, что мы знаем о тамплиерах, исходит от помешанных психов. А вторая половина — дезинформация самих тамплиеров. Но они плохие, верно? Работая здесь, я поняла, что никаких плохих не бывает. Все относительно. То, чего они хотят, благо. Но как они хотят этого добиться, ужасно. Действительно ужасно. Что они хотят сделать? Люси. Да. Мисс Тилман, нам нужно поговорить. Поднимитесь, немедленно. Иду, доктор. Извини, Дезмонд, мне нужно идти. Ложись спать. Ответы на все вопросы прямо перед тобой. Нужно лишь знать, как искать. Дезмонд, у меня будут неприятности, если я не приду. А уйти я не могу, пока ты не в своей комнате. Мне не хватало вас утром, док. Ванимус, пожалуйста. Подойди, Альтаир. Хорошо ли ты отдохнул? Готов к оставшимся заданиям? Готов. Но у меня есть
несколько вопросов. Задавай их. Я отвечу. Король-купец Дамаска убил знать правящую городом. Маждаддин в Иерусалиме страхом заставлял подчиняться себе. Вильям собирался убить Ричарда и захватить Акру своими силами. Все эти люди должны были помогать своим вождям, а вместо этого предали их. Я не понимаю, почему? Разве ответ не очевиден? Тамплиерам нужна власть. Каждый из тех, кого ты упомянул, хотел захватить город и передать тамплиерам. Тогда бы они получили власть над Святой Землей, а со временем и над другими странами. Но им не добиться успеха. Почему? Для их планов необходимы сокровища тамплиеров, частицы Эдема. Но она в наших руках, а без нее они бессильны. Что за сокровище? Это искушение. Это лишь кусочек серебра. Взгляни. Что я должен увидеть? Этот кусочек серебра изгнал Адама и Еву из рая, превратил посохи в змей, разделил воды Красного моря. Ириния начала этим кусочком Троянскую войну, а один плотник превратил воду в вино. Он выглядит довольно скромно для такой вещи. Как он работает? Тот, кто владеет им, властвует над сердцами и умами всякого, кто на него посмотрит. Вкусит его, как они говорят. Люди Гарнье были подопытными. Травы использовались для симуляции эффекта. Талал снабжал их, Тамир снаряжал. Они к чему-то готовились. Но к чему? К войне. А остальные — правители городов. Они хотели собрать народ и сделать из него людей, подобных тем, что были у Гарнье. Идеальных граждан, идеальных воинов, идеальный мир. Робер де Сабле не должен получить его. Пока есть тамплиеры, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый — это Сибрант из Акра. Второй — Джубаир из Дамаска. Начальники бюро введут тебя в курс дела. Как скажете. Не теряй времени. Робер де Сабле без сомнений в ярости от наших успехов. Его люди будут из кожи вон лезть, чтобы тебя найти. Они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя. Им не найти того, кто растворится в толпе. Вот. Это мой подарок. В благодарность за отличную работу. Мы нашли место! Точно по описанию! Думаю, что он этим сам займется и побыстрее. Лучше ничего не говорить остальным. Мудрое решение! Честно говоря, я вздохну с облегчением, когда все закончится. Уже скоро, друг мой, скоро. Сегодня последний из них будет сожжен. Мальчик, иди сюда. Письмо все еще при тебе? Да. Так ступай и доставь его. Того, для кого оно предназначено, ты найдешь в медресе. Вы окружены лживыми знаниями, собранными злодеями, желающими поработить ваши умы. Если спрятать эти знания, их отыщут. Но если их сжечь, они больше никогда не причинят вреда. Джубаир видит вещи такими, какие они есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Насилие — это не ответ, дитя мое. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Это не то, что я вижу. Значит, ты слепец. Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. Ты фанатик. Очень опасный.
Делай, что должен. Это ничего не изменит. Я не боюсь. Граждане, а стоило бы. Если вы устали от низкокачественных товаров, все ко мне. Мой товар лучший. Я к твоим услугам. Я хочу увидеть его. Услышать его голос. Это можно устроить. Но тут нужна осторожность. Есть те, кто противится просветлению. Они могут напасть. Они невежественные и трусливые. В твоих словах искренность, но могу ли я тебе доверять? Сам этот вопрос ранит меня. Ну хорошо. Мы каждый день собираемся в медресе. Он говорит с нами, а затем ведет в город, чтобы мы очищали его. Я могу стать одним из вас? Пойми, мы избрали непростой путь. Мы жертвуем всем ради нашего дела. Я понимаю. В таком случае приходи на нашу встречу. Посмотрим, насколько ты силен. О, герой Дамаска. Заходи и поболтаем. Расскажешь о своих приключениях. Боюсь, у меня нет на это времени. Понимаю. Теперь я тебе не чета. Все не так. Ну, конечно же, нет. Так чем я могу тебе помочь? Мне приказано отнять жизнь у человека по имени Джубаир. Старший ученый Салах ад-Дина? Да. Он привлек на свою сторону всех городских ученых. Они задумали ужасное преступление. Какое? Собрать все знания города, все письменные труды. Для чего? И уничтожить. И где это будет сделано? Они перемещаются по городу. Но у них назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Там я найду Джубаира. Отличная работа, как и всегда, Альтаир. Ты сможешь остановить его, прежде чем он нанесет удар. С твоего разрешения, Рафик? Ну, конечно, ты можешь начинать, когда сочтешь нужным. Неси славу братству. Все книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет нас, спасая от тьмы невежества. Нет! Эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум. И пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет, вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Это опасно! Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да, да, конечно. Раздели же их судьбу! Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Хорошо, ваша задача проста. Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Почему? Почему ты это сделал? У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если, на твой взгляд, они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав. И поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее, ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. Но, как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах ад-Дина и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть.
Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Альтаир, скажи, мне ждал ли тебя успех? Да. Пламя Джубаира потушено. Он мертв. Отличная новость, я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. И они жгли не только книги, они предавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь зло. Сегодня ты сделал благое дело. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума. И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, иди к Аль-Муалиму и поведай ему о благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Добро пожаловать, дитя. Есть новости? Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус? У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Мы уже близко. Между нами и последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что Кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры – враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Я сделаю это. Мира и покоя тебе, Альтаир. Все торговые суда передаются Тевтонскому ордену. Разгрузите их и предоставьте документы о передаче в портовый суд к завтрашнему полудню. Без исключений и опозданий. Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. Все пришвартованные суда немедленно разгрузить и покинуть. Капитанам подойти к представителю ордена для передачи корабля. Любая попытка сохранить за собой судно будет сурово караться. Я не виноват. Я лишь исполняю приказы. Хочешь вернуть корабль? Обращайся в суд. Мне нужно не это. Тогда что? Сибрант забрал около сотни кораблей. Для чего? Блокада. Они выйдут в открытое море и встанут периметром. Зачем? Салах ад-Дин собирается атаковать с моря? Нет, он тут ни при чем. Все это, чтобы помешать Ричарду привести подкрепление. Зачем человеку Ричарда действовать против своего короля? Не знаю. Спроси Сибранда.
Это его приказ. Я лишь оглашаю его. Теперь, пожалуйста, отпусти меня. Я сказал все, что знаю. Извини. Не хочу, чтобы ты проболтался. Передайте ему, я сказал нет! Нечего вам, проклятым воителям, здесь крутиться! Послушай, старик. Нет, это ты меня послушай! Это моя собственность, не его! Будь он хоть самим Христом! Это не просьба, это приказ. Забавно. Что ж он не прикажет, чтобы его вывезли из этой дыры? На этом пирсе не будет того хаоса, что он устроил в доках. Просто прочитай письмо. Тебе понравятся его условия. Мне это надоело. Слушай, я обдумаю его предложение, но сомневаюсь, что мое мнение изменится. А теперь вон отсюда. Дела все хуже. Его паранойя не знает границ. Он удвоил время смены, не поспишь. Тут было лучше, пока он здесь не поселился. Он планирует что-то на море, поэтому и переехал сюда. Что планирует? Что все это значит? Вы двое там в углу, чего перешептываете, что-то затеваете? Ничего такого, мы просто... Просто что? Что вы скрываете? Вы не поняли? Проклятые ассасины, они, наверное, даже сейчас наблюдают за нами. Тебе смешно? Смешно! Ладно, смейся, пока можешь. Удвоить патрули. Которые? Все, что есть! Но у нас нет людей. Найдите! Отзовите рыцарей из боя, если придется! Приветствую, Альтаир. Что нового? Аль-Муалим назвал следующего. Зовет себя Сибрант. Знакомое имя. Новый лидер тевтонских рыцарей. Он живет в Венецианском квартале и управляет портом Акры. Да, я знаю это, и даже больше. Продолжай. Говорят, Сибрант поглощен страхом. Сошел с ума, зная, что его смерть близка. Он закрыл район доков и прячется там, ожидая прибытия своего корабля. Это осложнит нашу задачу. Интересно, как он узнал о твоем задании? Люди, которых я убил, замешаны в одном деле. Аль-Муалим предупредил, что им все известно о моих делах. Будь осторожен, Альтаир. Альтаир? Да, Рафик. Я должен извиниться. За что? За сомнение в твоей преданности делу. Нет, это я сошел с пути. Я мнил себя выше креда. Ты ничего мне не должен. Как пожелаешь, друг мой. Ступай с миром. Вы ошиблись, господин Сибрант. Я никогда никому не желал зла. И тем более вам. Говори, что ты так, но никто не может за тебя поручиться. Как это понимать? Я живу простой жизнью человека в рясе, господин. Мы не привлекаем к себе внимания. Возможно. А возможно, тебя никто не знает, потому что ты не слуга Божий, а ассасин! Нет. У тебя такое же одеяние! Они носят ту же одежду, только чтобы вызвать неразбериху и страх. Не поддавайтесь! Хочешь сказать, что я трус? Подорвать мой авторитет? А может, обратить моих рыцарей против меня? Нет, нет. Я не понимаю, почему вы так говорите. Я не сделал ничего плохого. Я не припоминаю, что в чем-то тебя обвинял. Так почему ты оправдываешься? Чувство вины вынуждает признаться. Я ни в чем не признаюсь. А, не покорен до самого конца. Что вы имеете в виду? Вильям и Гарнье были слишком самоуверены и заплатили за это жизнью. Я не допущу этой ошибки. Если ты слуга Бога, он за тебя заступится. Пусть Творец остановит мою руку! Вы сошли с ума? Неужели никто из вас не остановит это? Он обезумел от собственного страха. Видит врагов там, где их нет. Похоже, люди разделяют мое мнение. Я делаю это ради Акры!
Люди, будьте бдительны! Сообщайте обо всем подозрительном страже! Я сомневаюсь, что этот был последним! Упрямые ублюдки! А теперь за работу! Делай это. Тебе страшно? Конечно, мне страшно. Но ты будешь в безопасности, в руках своего бога. Мои братья ничему тебя не научили. Я знаю, что ждет и меня, и всех нас. Если не твой бог, то что же? Пустота. Только пустота. Ее я и боюсь. Ты неверующий. Конечно, нет. С тем, что я знаю, что я видел. Сокровище было доказательством. Да, и чего же? Что жизнь — это все, что у нас есть. Тогда поживи немного и расскажи, какую роль во всем этом играл ты. Морская блокада. Чтобы глупые короли и королевы не прислали подкрепление, когда мы... Захватите Святую Землю? Освободим ее, глупец. От тирании веры. Свобода? Вы хотели свергнуть власть? Контролировать умы людей. Убивали всех, кто не повиновался. Я выполнял приказы и верил в свое дело, как и ты. Альтаир. Ну и шум это наделал? Я выполнил задание. Сибранд мертв. О да, о да. Поезжай в Масиаф, расскажи Альму Алиму о своем успехе. Да. Я должен вернуться и поговорить с ним. Об этом и еще кое о чем. Все в порядке, друг мой? Ты выглядишь задумчиво. Все хорошо. Просто занят мыслями. Расскажи мне. Я могу помочь. Сначала я должен все обдумать сам. Но все равно спасибо. Думаешь о тех, кого убиваешь? Ты им сочувствуешь? Как ты... Ах, друг мой. Нельзя наслаждаться жестокостью. Сожаление, неуверенность, сострадание – это нормально. Я не должен бояться этих чувств? Ты должен совладать с ними. Из-за них ты остаешься человеком. А если я ошибаюсь? Если эти люди не должны умирать? Если они желают добра? Пошли не той дорогой, но у них чистые мотивы. Альтаир, такие вопросы вне моей компетенции. Возможно, Аль-Муалим ответит тебе. Да, может быть. Спасибо, Рафик. Было честью служить таким человеком. Это немного веди. Понимает, что есть узкое окно запуска. Где бы ни спрятано, надо его достать. Работаем над этим. А когда закончите? О нем позаботятся. Мне нужен отчет от вас завтра утром. У меня есть работа, так что я оставлю вас до утра. Похоже, с Анимусом проблемы. Нет, все нормально. Я уверен, что он выкинул меня, когда... Тебе лучше заткнуться. Ты расскажешь мне, что происходит? Мы должны остановить их, Дезмонд. Когда они доберутся до последнего участка памяти, они только начали. Они хотят все поменять. То, как мы живем, то, как мы думаем, то, что мы есть. Ты слышал лекцию Ведика? О том, что мир живет неправильно, что ему нужен порядок и дисциплина, и они дадут это миру. Только мир они при этом не спросят. Как? Сокровища тамплиеров. Они думают, это... Мисс Стилман? Слушаю. Загрузите файлы памяти Дезмонда в базу данных. Ясно.
И что? Вы используете меня, чтобы найти сокровище тамплиеров? Как там, частицу Эдема? Да. Но похоже, что она в Массиафе. Не знаю, зачем вы тратите на меня время. Послали бы туда людей, да забрали бы ее. Они не могут. Все не так просто. Артефакт из Массиафа был уничтожен в результате несчастного случая. Тогда что им нужно от меня? То есть от моего предка? Они хотят, чтобы он показал, где искать оставшиеся. Ты хочешь сказать, таких штук было несколько? О, Дезмонд, ты даже не представляешь. У вас проблемы, мисс Стеллан? Нет, Уоррен. У меня все как в Денвере. Тогда где же файлы? Мне нужно загрузить файлы, пока он не заподозрил что-нибудь. Поговорим позже. Постой, что значит все как в Денвере? Это значит, что все в порядке. Но почему? Это намек на международный аэропорт Денвера и его подземный комплекс. Там произошел несчастный случай. Теряем время, мистер Майлз. Да, да, я иду. Мы почти закончили, знаете ли. И что потом? Узнаем. Может, вам позволят посмотреть, когда все начнется. Это не так ужасно, как кажется. Послушайте, я знаю, что вы не выпустите меня. Так почему бы не рассказать, что происходит? Я не идиот, мистер Майлз. Я думаю, что вы уже многое узнали. Не понимаю, о чем вы. Ну, конечно. Ладно, спрошу вас еще кое-что. Да? Многое из того, что я вижу в анимусе, иногда это кажется неправильным. Лживым, выдуманным. Это не... Что не, мистер Майлз? Не совпадает с тем, что вы прочитали в интернете? С тем, чему учили вас на уроках истории в школе? А из каких таких тайных источников знаний черпали сведения эти так называемые признанные эксперты? Есть книги, письма, документы... Самые разные материалы из прошлого. И некоторые из них противоречат тому, что показывает анимус. Любой может написать книгу. И в ней он может написать что угодно. Когда-то люди думали, что Земля плоская. Некоторые еще думают. Да, и пишут об этом книги. Или о том, что высадки на Луне не было. Вроде бы есть даже книга о том, что мир был создан за 7 дней. Еще и бестселлер. К чему вы, док? К тому, что не стоит доверять всему, что вы слышите. Всему, что читаете. Как там говорил ваш предок? Ничто не истинно. И все позволено. Да, именно. И поэтому анимус так необходим. Он не оставляет места искажениям. Место всегда есть. Душе, мистер Майлз. Что ж, я ответил на ваш вопрос. Мы можем начать. Иди, ученик. Нам надо многое обсудить. Мы уже близко, Альтаир. Лишь смерть Робера де Сабле отделяет нас от победы. Это он отдает приказы. Из его рук исполнители получают золото. И с ним умрет знание о сокровище тамплиеров и угроза, которую оно несет. Я все еще не понимаю, как простая безделушка может натворить столько бед. Частица Эдема — это воплощенное искушение. Посмотри, что она сделала с Робером. Вкусив ее мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней не оружие, которое надо уничтожить, а инструмент, при помощи которого он добьется целей. Он мечтал о власти? И да, и нет. Он мечтал и мечтает. О мире, как и мы. Но из-за него Святая Земля погрузилась в пучину войны. Нет, Альтаир. Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чем вы? К чему стремится Робер и его последователи? К миру, где все будут едины. Я не против его цели. Я разделяю ее, но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, понять и принять. А он его навяжет. И лишит нас свободы воли. Я не думал об этом с такой стороны.
Не копи ненависть к своим жертвам, Альтаир. Такие мысли – яд, и они затмят твой разум. Его нельзя переубедить. Отказаться от замыслов. Я говорил с ним. Через тебя. Чем было каждое убийство, если не посланием? Но он предпочел не замечать их. Тогда нам остается лишь одно. В Иерусалиме ты встретился с ним впервые. Там ты его и найдешь. Да не оставит тебя силы в этой битве. Ступай, Альтаир. Закончи дело. Возьми карту и расставь стражников, как на ней показано. Во время процессии мы будем в безопасности, а вот похороны... Врагам слишком легко спрятаться в толпе. Если вы так обеспокоены, почему бы вашим людям не обыскать местность? Наше присутствие здесь и так порождает волнение. Представляю, что будет, если народ узнает, что мы топчем их священную землю. Возможно, вам вовсе не стоит присутствовать. Он был нашим другом и братом. Мы воздадим ему все полагающиеся почести. Ты оскорбляешь меня своим предложением. Я расставлю людей. Мне не нужны неприятности. Так перестань болтать и займись делом. Нам дается возможность искупить грехи. Начать все заново. Заключим же мир с крестоносцами. Заживем единой семьей. Я прошу всего лишь пару монет. Мы должны быть сильными и храбрыми. Должны взглянуть в глаза бывших врагов и назвать их друзьями. Крестоносцы пришли в Иерусалим, чтобы дать нам возможность прекратить сражение, остановить войну, объединиться. Мы не должны отказываться. Ты говоришь о мире, но слова твои пусты. Нет, я говорю правду. Почему ты не веришь мне? Ты тамплиер. Что из этого? Это значит, ты лжец и мошенник. Как и твой хозяин. Где он? Что он задумал? Он ищет лишь мира. И делами доказывает это. Он христианин на мусульманских похоронах. Мы хотим положить конец войне. Лишь потому, что война мешает вашим планам. Но наша цель благородна. Мы объединим страну под нашим флагом. Объедините путем силы. Вы поработите нас всех. Это вам на пользу. Нет, это не так. И пока я и мои братья живы, мы этого не позволим. Ты их видел? Нет, но я слышал слухи. Это правда? Рыцари-крестоносцы в Иерусалиме? Это так. И что? Они отличаются от других. Хорошо одеты, привезли дорогие дары. Надо бы избавить их от этой ноши. Они встали лагерем у цитадели Давида, недалеко от кладбища. Чтобы быть на похоронах? Похоже на то. Тогда мы наведаемся к ним в лагерь. Мира и покоя, Альтаир. И тебе, брат. Судьба порой бывает причудлива. Роберт де Сабле в Иерусалиме? Я сам видел его рыцарей. Лишь беды следуют за этим человеком. Я не дам ему возможности действовать. Не позволяй мести затмить твой разум, брат. Мы оба знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не забыл этого. Не волнуйся. Я ищу не мести, а знания. Ты не тот человек, кого я знал. Работа научила меня многому. Открыла немало тайн. Но есть еще части головоломки, сокрытые от меня. О чем ты? Все мои жертвы работали вместе, под началом этого человека. Роберт что-то замыслил на нашей земле. Я это точно знаю. Но что, для чего, как и где, это мне пока неведомо. Крестоносцы и сарацины действуют вместе? Это не те и не другие, это третьи. Тамплиеры. Тамплиеры – часть армии крестоносцев. Так думает король Ричард, и это их устраивает. Они подчиняются лишь Десабле и руководствуются мыслью, что это они остановят войну. Необычная история. И не говори, Малик. Поподробнее. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Они будут на его похоронах, а значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров, другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир.
Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись. Как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Пусть удача ведет твой клинок, брат. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас. О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения. Дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку. Потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет, не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе. Становимся сильнее. Спасибо, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир, и приготовься к тому, что ждет впереди. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Мажд-ад-Дина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Аминь. Как вы знаете, Мажд-ад-Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его, подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Я взгляну тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А, ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Это была ловушка.
Я слышал, что похороны закончились дракой. Что случилось? Робера де Сабле там не было. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Массиаф, он успеет осуществить это, и тогда, боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель – Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла. И он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Массиаф. Мы не можем действовать без разрешения Повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Массиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибранд. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин!
Вот так. Твоему плану конец, как, впрочем, и тебе. Ты ничего во всем этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Он предал тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить 9, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Ну, его нашли не 9, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь, с моей смертью, остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его — да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Отличный бой, ассасин! Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. Значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя урезонить. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир. Я сказал встать, черт возьми! Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы.
Ладно, скоро им всем придет конец. Ват, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Мне жаль, Дезмонд. Он говорил о пустыне. Ты не думаешь, что... Нет. Они послали туда отряд, но место уже было заброшено. Не знаю, где твои родители, не могу сказать, живы ли они, но я думаю, что они сбежали. Спасибо. Спасибо, что узнала. Все не так плохо, как кажется. О чем ты говоришь? Они только что уничтожили, в буквальном смысле слова, мою единственную надежду выбраться. Ассасины перебиты и... Черт возьми, я не знаю, что задумали эти люди, но знаю, что когда они закончат, они меня убьют. Это конец. Что ты предлагаешь мне сделать? Не теряй веры. Ты... Верь. Отдохни, Дезмонд. Тебе понадобятся силы. Встать! Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь? Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету! Альтаир, сюда! Вовремя ты появился. Похоже. Нужно защищаться, друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Рапер вел дневник, записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза. Ты был прав, Альтаир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок. А люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, Дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул кредо. Но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. О-о-о! Что это? О, ученик вернулся. Я никогда не убегал. И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать?
отпустить. О, Альтаир, в твоем голосе ненависть. Отпустить тебя? Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя. Избавить от него мир. Сразись со мной. Или боишься? Я сражался с тысячами людей. И каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы. От моей руки. Я не боюсь. Докажи. Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. У тебя есть последние слова? Ты солгал мне. Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело. Но это лишь слова. Тогда отпусти меня. Я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие. Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Вот и море не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это. Иллюзии. И только они. Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах. Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует столько крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. Вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Ученик не может убить учителя. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Собирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Ибо во многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Уничтожь ее! Уничтожь, как я и сказал! Я не могу. Можешь, Альтаир.
Но не станешь. Готово! Черт, что это было? Ну? Карты у нас. Сколько? Не меньше 6. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, 2 находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь 1. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему вы это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали. Нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернемся за вами. Что за черт? О, боже! Похоже, это кровь. Кого здесь держали до меня? И что с ним случилось? Интересно, что это значит? We'll be right back.
Thank you.